Здравствуйте, друзья. Я сейчас нахожусь на пляже, который называется Freedom Beach в Ко Тау, в Таиланде. И что я думаю? Ну, уже давно, в принципе, мысль такая пришла в голову по поводу подарков, сувениров, кому, когда, что дарить, дарить ли, не дарить ли. Как-то меня, в принципе, вот последнее время эта тема как-то напрягает. И что я подумал на этот счет? То есть, в принципе, да, допустим, дарить ли кому-то сувениры, да, или даже так, кому именно дарить сувениры, кому именно дарить подарки. То есть это, в принципе, можно и относить на дни рождения, новые года и так далее. Традиционно, ну, я вот как-то так читал все время, то, что, ну, вот, там, люди, которые тебя окружают, соответственно, им нужно, да, вот, там, приходит какое-то число или, там, определенное событие, вот, нужно дарить. Вот, и меня это как-то, ну, то есть, вот, эмоционально и... То есть, в принципе, зачем люди друг другу дарят подарки? Да, для того, чтобы проявить какое-то внимание и сделать, да, что-то приятное для человека и плюс еще сделать приятное для себя. То есть, как бы сделать что-то приятное для себя – это не менее важно, чем сделать что-то приятное для человека, которому дарят. Вот, и я... осознал то, что, ну, как-то не испытываю, да, я таких положительных каких-то эмоций, когда некоторым людям дарю подарки. И такой вывод, да, я сделал, то, что нужно дарить подарки тем, кому эти подарки ценны. То есть, если человек, ну, то есть, в принципе, если от подарка человек, который дарит, не получает каких-то положительных эмоций, что это означает? Это означает то, что, по сути, этот подарок не нужен. И это была лишняя трата, там, энергии на поиск этого подарка, на то, чтобы придумать, что это за подарок. Это была лишняя трата денег. Ну, то есть, ну, в принципе, тоже, как бы, деньги – это энергия, то же самое. И какой вывод, да? Дарить подарки тем людям, которые эти подарки ценны и важны от вас. Не обязательно эти люди как бы могут быть, ну, формально, да, близкими для вас, то есть как бы связанными семейными узами. То есть, в принципе, если получается негативный опыт, то этот подарок по-хорошему было бы даже лучше подарить просто какому-то проходящему на улице человеку. Эмоций было, можно было бы получить намного больше положительных. Вот, ну и в принципе, то есть как бы, да, вывод такой, то, что нужно слушать свои желания, то есть вот эти вот все формальности, эти все должен, не должен, нужно их отпускать. Как мне кажется, как бы там, да, делать вид какой-то там из себя, зачем это нужно, кому это нужно, все это чувствуется. Вот, если хочется кому-то что-то подарить, да, дарить, если не хочется, но нужно, как бы, да, формально, отдать деньгами можно, просто как бы, да, вот, ну, как бы вот у меня какая ситуация часто бывала там, какие-то там вещи покупаю, вот, зачем ты там деньги тратил, зачем то, сё, там, цветы мне последние несколько раз чуть на голову не надевали, как бы я в какой-то степени тоже был неправ, то, что там, как-то там, может быть, не очень корректно их преподносил, вот, но, тем не менее, с некоторыми людьми, вот, у меня был опыт получен негативный, и, ну, как бы, зачем, да, зачем тогда, если это человеку не нужно, значит, не нужно.
Вот. И, в принципе, если эту тему дальше развивать, если да, с этими людьми как бы нет такого эмоционального контакта, нет отклика, то, в принципе, какой смысл с такими людьми вообще общаться? Ну, по-хорошему, то есть, как бы, зачем мучить друг друга? Ну, это как бы так, да, если дальше идти. То есть, есть какие-то там формальные возможности, формальные какие-то необходимости, ну, можно это закрывать все деньгами. Вот, и жить своей жизнью, и дать людям другим жить своей жизнью. Такая вот идея. Благодарю за внимание. Возможно, она не нова, не нова. Ну, для меня вот это было такое сознание. Решил поделиться им. Благодарю за внимание. Всего самого доброго. Пока.